Почти завершены отделочные работы. Сейчас застройщик доделывает фасад. Это дом для переселенцев из аварийного жилья на Краснофлотской улице в Красноармейске. С рабочим визитом его посетил заместитель пушкинского городского прокурора Евгений Афанасьев. Проверить, что уже сделано, приехали заместитель главы администрации округа Пушкинский Мария Пивень и представитель глав Госстройнадзора Московской области. Такую красоту наводим. Ну да. В доме 4 подъезда и 16 этажей. Сюда переедут 276 семей из аварийных домов. Их будут ждать современные квартиры. Красивый будет дом. Да. Я считаю, что он будет выделяться из архитектурной массы всего города. Вот. Будет такой, цветовая гамма будет насыщена. Вот. Так что, я думаю, жители будут довольны. Следующей точкой стал жилой комплекс «Новая жизнь». Еще в 2018 году эти дома должны были быть готовы, но из-за финансовых трудностей застройщика работы на объекте остановились. Права на дострой комплекса были переданы Фонду защиты прав граждан участников долевого строительства Московской области. И вот все завершено. В конце января уже начали выдавать ключи от квартир. Все проезды, все площадки, все выполнено. В рамках все проекта выполнено. А это дом на Гоголевской улице в микрорайоне Мамонтовка в Пушкино. Здесь 115 квартир. Сюда переселят людей из аварийного фонда на улице Озерной в Пушкино и часть из поселений Правдинского и Софрина. Всего здесь будет жить более 300 человек. Комиссия оценила, как ведутся работы по внутренней отделке квартир. Все работает, да? Да, работает. Последней точкой стал многоквартирный дом на Октябрьской, 49, в микрорайоне Кудринка. В него переедут жильцы аварийных домов на Октябрьской, 40, и текстильщиков 6 и 8 в Пушкино, а также части с поселений. Все квартиры будут с типовой отделкой, всего их 65. Сюда переселят более 180 человек. Сегодня заместителем прокурора города мы посетили наши строящиеся объекты с Евгением Геннадьевичем. Это 4 объекта. Один объект – это проблемные дольщики, которые достраивал фонд дольщиков. И 3 объекта, которые предназначили жителям, переселяемых из аварийных жилых домов, которые признаны аварийными до 2017 года. Замечаний не было. Как только все будет готово, эти дома ждет итоговая проверка. Объекты находятся под надзором Пушкинской городской прокуратуры. Мария Лихобавенко, Евгений Коломиец, Владимир Овсянников, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.